Next level. Приветствую всех, с вами Маркелло Борис. Давайте проверим звук, как меня слышно. Сейчас меня еще и будет и видно. Решил вот такую прямую трансляцию провести. Я думаю, слышно меня замечательно, потому что микрофон у меня аж зашкаливает. Так, секунду, убираю изображение. Приветствую всех, с вами Маркелло Борис, и я продолжаю рассказывать, о чем я продолжаю рассказывать, о том, что у меня происходит, не более того. Все прекрасно видят, что это моя страница ВКонтакте, и на этой странице ВКонтакте я публикую что-то интересное. Вчера вечером, почти ночью, я рассказывал, как получить 1 000 000 просмотров и 1000 подписчиков. А сегодня я хочу вам рассказать вот об этой теме, которая называется CryptoHands. Вот человек уже зашел под меня, где-то он там подо мной работает. То есть люди заценили эту систему, и люди в эту систему идут. Причем хочу сказать сразу, что эта система более чем реальная. Мне каждый день сыпятся разные предложения, там, зайти туда, зайти сюда, 600 рублей через Pair переведи. Ребят, не верю я Pair. Система, которую я предлагаю, работает на криптовалюте Ethereum. Ethereum, Ethereum, он уже был $1000 когда-то, и скоро уже, возможно, опять он вырастет, потому что на Ethereum работают многие системы. В чем плюс этой системы? Что она работает на смарт-контрактах. То есть на сайте отображается только информация, которая идет непосредственно вот с эфириум кошелька. То есть вы там структуру можете посмотреть, все пользователи анонимные, то есть там нет логинов и паролей, вы заходите именно по номеру своего кошелька. То есть оплата идет 0.05 Ethereum. Сейчас я вам не могу, ну примерно $14-15. Не такая огромная сумма, чтобы тут чем-то рисковать. Это не, как говорится, сейчас я еще раз включу этот сайт. Мы зайдем на главную. И вчера я уже показывал, что это не инвестиции, это не трейдинг, это не продажи, это не ICO. И уж тем более здесь, если вы не хотите приглашать, то приглашать нафиг никого не надо. Да, все так кричат, но на самом деле оно так и есть. Здесь нафиг никого не надо приглашать, если вы этого не хотите. Если вы активно хотите развивать свою структуру, если вы очень быстро хотите получить денег, то да, вам нужно пригласить. О, приглашение. Целых 3 человека. Целых 3 человека на 0.5 эфириума, которые вы получите себе на кошелек. Также, если сделают люди, которые вы пригласите, они то же самое получат. А если вы пригласите 4 человека, то ваш 4-й человек станет под первого. Зашибись, зашибись. Я думаю, система, которую искали многие. То есть по такой системе работают практически все сервисы. Чат у нас работает. Если по ходу трансляции у вас будут возникать какие-то вопросы, обязательно задавайте. И система-то вот реально я искал, мне присылают, я захожу в какие-то проекты, где-то на форме надо зарегистрироваться, ввести свой логин, пароль, там еще подтвердить какой-то трэш ввести, там много-много информации вплоть до телефона. Ну, лиды собирают товарищи, чтобы потом названивать вам и кредиты предлагать. Здесь все напрямую, здесь все через блокчейн-систему, все
децентрализованную систему. Здесь вы можете сделать все, что угодно. И из этой системы вас никто никогда не удалит. Я знаю проекты, я в таких проектах участвовал, где были админы, если им что-то не понравилось, если там были какие-то высказывания в сторону админа, все, кабинет блокировался, деньги не возвращались. Здесь деньги сразу к вам идут на кошелек. То есть к вам пришел первый человек, вы 0.05 эфириум получили к себе. Можете дальше продолжать, можете дальше не продолжать. Это ваше личное дело. Но здесь речь идет о 10 тысячах этериумов, которые будут поступать к вам на кошелек. И это нужно знать. То есть когда закончится эта трансляция, я обязательно прикреплю подробный обзор, хотя подробный обзор уже есть у меня на канале YouTube. Я сегодня выложил, и там расписано там 20 минут видео, да, но там есть основные принципы. То есть если основное время, вы можете потыкать там по времени, и вас сразу перебросит на интересующий вас вопрос, что такое смарт-контракт, как работает система, почему эта система идеальна. Да потому что эта система идеальна, потому что здесь вы, ну я не знаю, я таких проектов еще не видел. Когда 100%, то есть 3 человека под вас зашло, вы зарегистрировались, под вас заходит первый человек. Да, такая система была уже, я недавно совсем рассказывал о такой системе. Первый человек заходит, вы 0.05 получаете, второй человек, вы 0.05 получаете, третий человек заходит, вы 0.05 получаете. Никуда автореинвест ваш не идет. То есть здесь нету автореинвестов. Здесь есть переливы. И под вами могут работать только 3 человека. И вот эти 3 человека создают большую цепочку, которая вам будет приносить денег. Здесь всего 8 уровней. И с этих 8 уровней вы можете получать до 10 тысяч этериумов, если вы зайдете на все 8 площадок. Причем контракт заключается на 365 дней, на год. То есть таких сладких условий не предоставлял, по-моему, еще никто в этой жизни и никогда не предоставит. Так, буду заходить, смотреть, что у нас там с трансляцией. Потому что вчера целый вечер глючил у нас Инстаграм, Ватсап и Фейсбук. Так что приходится проверять, идет ли трансляция у нас на канале. Да. Почему-то у нас не идет трансляция. У нас не идет трансляция. Очень плохо. На Ютубе не идет трансляция. Ну, ничего страшного. Ничего страшного в этом не вижу. То есть не идет и не идет. Я потом перезалью это видео на YouTube, выложу. Если у вас возникают какие-то вопросы, еще раз, обращайтесь, задавайте эти вопросы. Я человеку дал презентацию, он сказал, да, ну, я зайду там куда-то, там мне предложили более крупные деньги, я там сейчас 200 рублей вложу и 117 тысяч получу. Ну, флаг вам в руки. На Паэре система работает, флаг вам в руки, чтобы это все не закрылось раньше, чем вы 200 рублей там оттуда выведете. Опять же, ничего плохого в этом нет, все ошибаются в этой жизни, все экспериментируют, но вот эксперименты иногда заканчиваются плачевно, когда человек не понимает, чем он занимается. Он вроде что-то делает, но не понимает, что он делает. Опять же, почему он не понимает, что он делает? Потому что он не разобрался полностью в чем-то. Кстати, у нас что-то тут. Нас сейчас оценили. Очень хорошо, что трансляцию смотрят. Если вы смотрите трансляцию, обязательно задавайте вопросы, если вам интересно. Потому что я не буду сейчас показывать, что мне прислали в личные сообщения. То есть эту систему сейчас распиарили, а то, что я вам предлагаю, эта система еще не распиарена. Там еще совсем мало людей. То есть здесь я вам скажу, вот на данный момент, я когда зашел 3 дня назад, там было 490 человек, сейчас 586.
Вы все прекрасно понимаете, если вы на переливы заходите, соответственно, вы должны где-то быть наверху. Если тут будет уже миллион человек, здесь перелив очень долго ждать. Здесь система может под вас подставить человека сама. То есть, потому что человеку некуда деваться, и он постепенно-постепенно будет продавливаться от одного к второму, к третьему, к четвертому. Еще прикол весь системы в том, что если через 365 дней ваш реферал, под который под вас зашел, создал структуру, забыл проплатить, либо не проплатил какой-либо из уровней, вот эта вся денежная масса, она будет уходить к вам полностью. Целиком и полностью. То есть до 10 тысяч этериумов это общая сумма, которую вы можете получить с 8 уровней. То есть сейчас мы посмотрим, цена этериума где-то она мне попадалась, по-моему, 297. Давайте в аккаунт зайдем. Сразу говорю, что я здесь вот буквально несколько дней. $293 один этериум стоит. То есть с первого уровня вы уже, когда вы пригласите 3 человека, и дальше у вас начнет проваливаться, вот эти люди начнут вставать под вашего первого, второго, третьего человека, и так будете дальше работать. Соответственно, даже если ваши люди... не будут приглашать, они в любом случае будут еще получать переливы от вас. Если вы активны, вас это очень устроит, потому что здесь, если ваши люди, вот, например, получили они там по 0.05 этериума и дальше не развивается, если они не продляют второй уровень, соответственно, деньги со второго уровня, деньги от их рефералов, они будут уходить вам. То есть система достаточно прикольная, достаточно интересная, и вообще, то есть стоит попробовать. Если вы активны, если вы очень активны, то эта система просто для вас. Эта система может принести многие миллионы долларов, не рублей. Я знаю проекты, и вы все прекрасно знаете, что я делал обзоры на некоторые проекты, которые предлагали очень много. То есть при входе на 50 рублей они предлагали там какие-то бешеные миллионы рублей, с учетом того, что еще каждую неделю там нужно покупать какого-то клона, продлять свои места, и еще, и дополнительно, и еще, и требует постоянно это вложение. Люди называют это живая очередь, а я называю это лохотрон. По большому счету это лохотрон. То есть то, что вложили, то и получили. Бульон от яиц. То есть я уже повторяюсь, я уже рассказывал этот анекдот, когда про бульон от яиц. И, скорее всего, многие знают про этот бульон от яиц, который реально ничего не приносит. Вроде деньги идут, но если посчитать, что получили, то и отдали. Прикола никакого нет. Здесь самый прикол, что 8 уровней, и с этих 8 уровней, если вы дальше начнете продолжать продвигаться, с этих 8 уровней вы можете заработать достаточно большую сумму. Причем Ethereum, да, он сейчас чуть-чуть просел, но Ethereum совсем недавно был там 300 с чем-то долларов. То есть здесь вы еще, помимо этого, вы можете выиграть на курсе. На курсе Ethereum. То есть сейчас он просел. В любом случае, да, там 1.35 вы получаете, например, на втором уровне. Это чистыми. Вы можете сейчас зайти, то есть 1.35 получили с 9 человек. Вы можете зайти на уровень на третий, потому что структура это будет расти. Сейчас, я еще раз повторюсь, я буду повторяться, сейчас там только в этой системе 500 человек. 500 человек для проекта – это ничего. Это сущие, там, грубо говоря, люди, которые только задумались, только зашли. И сейчас вы сами прекрасно представляете, что 500 человек – первыми входят лидеры, первыми ходят те люди, которые активно умеют приглашать. И в эту систему, если вы сейчас вольетесь, вы сейчас начнете уже получать переливы в ближайшие несколько дней. Переливы. Переливы – это когда ничего не делаешь и получаешь деньги. Это как зарплата на работе, только на работе надо что-то делать, чтобы получить зарплату. А здесь
просто нужно активировать первый уровень и сидеть тупо ждать у моря погоды. Вот здесь, вот на этом сайте это все можно сделать. Причем деньги вы сразу будете получать на кошелек и можете их выводить и тратить на все, что угодно. То есть я пойду сначала второй уровень, я выкуплю третий, четвертый, пятый. До восьмого уровня я дойду, поверьте. Потому что эта система вечная. Это система, которая будет работать всегда. Эта система будет работать всегда. Даже если сайт закроется, даже если хостинга не будет, можно найти того человека, программиста, который по открытому смарт-контракту, по открытому коду может воссоздать именно такой же сайт. Вот один в один с такой же системой. Причем здесь сломать ничего невозможно. Децентрализованная система, извините, может, неправильно выговариваю, здесь все работает на смарт-контракты, все на уровне блокчейна, и вот идеальная система, которая может вам принести огромную кучу денег. Да, вы слышали много таких высказываний от рифоводов, но это реально именно так. 3 человека заходит, с 3 человек получаете. 9 человек заходит, с 9 человек получаете. 27 человек заходит, с 27 человек получаете. Прикольно. Прикольно. Я считаю, что прикольно. Прикольная система, которая может вам принести большой доход. Вот те, кто посмотрит это видео, может обратиться ко мне потом непосредственно за ссылкой. Даже если эту ссылку я не дам, и вы можете прекрасно понимать, что здесь, я уже сказал, можно приглашать по реф-ссылке, можно приглашать по ID, можно приглашать по Ethereum кошельку, можно не приглашать. Можно вообще просто активно вести вот такую деятельность и получать переливы. Где вы видели такое, чтобы вот просто рассказывать людям, выставить вот эту трансляцию кому-то, кто-то посмотрит, скажет, нифига себе, прикольно. И еще тема какая, что я вам хочу сказать, что здесь нету, здесь не накрутить ботов, здесь не накрутить фейков, которые вам обещают в других проектах. То есть боты, фейки, давай, 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 я тебе сейчас все сделаю, бота, фейки, 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 100, 300 человек. Здесь все люди, которые заходят, они оплаченные, потому что без этого система просто вас не пропустит. Причем давайте я попробую сейчас. Так, 476. Сейчас я попробую в прямом эфире создать текст ID. Так. Давайте попробуем. Получится у меня, не получится. Но у меня что-то подвисать начало. Так. Сейчас я пишу ID свой. Чтобы у вас было кое-какое представление, как вообще это все работает. Смотрите. Сейчас это мой ID. Сейчас я его чуть-чуть переправлю. Так, где у нас? Выберу цвет. Наверное, сделаем вот так вот. Вот, смотрите. ID в системе, когда вы будете заходить, регистрироваться, ID в системе у меня 476. У вас на кошельке Ethereum должно быть как минимум 0.055 Ethereum. Так, да, ID отобразился, 0.05 Ethereum. И давайте еще раз зайдем, посмотрим вообще, как это все выглядит. Здесь есть реф-ссылки.
Здесь есть рефссылки, но рефссылку я не хочу давать, чтобы не делать какую-то медвежью услугу уже кому-то. То есть, так как люди, если у них денег на данный момент нет на Ethereum кошельке, у людей, если денег нет, они, соответственно, не зарегистрируются, система их не пропустит. При регистрации вы обязательно должны указать, иметь на кошельке 0,055 Ethereum. Это комиссия, там вот это тысячная, это комиссия системы, которая будет вас там проводить, оформлять через смарт-контракт. Ну, я не думаю, что огромные какие-то суммы я вам предлагаю. Так, итак, ID мой 476. То есть, когда вы в систему будете заходить, давайте даже я вам покажу, я выйду, либо укажу сейчас, вот, видите, так, наверное, не видите, сейчас, секунду. Вот, в системе вы можете регистрироваться, сейчас я, вот, вот, видите, в системе вы можете регистрироваться либо вот по этому адресу кошелька, либо по ID 476, иначе просто вас система не пропустит. Давайте я выйду. Вот, смотрите, здесь, чтобы войти, то есть я могу ввести свой кошелек, который я указывал на сайте. То есть войти при регистрации, вы должны ввести ID, вот, вы должны ввести ID, либо у вас, если вы по ссылке перейдете, у вас высветится вот такой вот номер. Если вы даже зашли не под меня, в принципе, ничего там страшного нет такого, вы просто где-то переливом кому-то попадете. И мне это тоже на руку. Но, опять же, я вам показываю, как просто сюда войти. То есть вы вот так вот входите и все. Указав свой номер. Если у вас какие-то остались вопросы, то задавайте. То есть вот смотрите, Ethereum прям в прямом эфире у вас вырастает. Здесь же его можно купить, либо продать. То есть после регистрации, если вы захотите, например, зайти на первый и на второй уровень, если у вас такая возможность есть, то можете заходить. Купить можно тут же, либо продать. То есть не надо никуда ходить. Вы просто нажимаете «Купить, продать», заходите, вас перебрасывает на биржу, и на этой бирже вы сможете приобрести вот это все хозяйство. Если вы все-таки решите зайти, там скопируете там мой адрес, либо еще что-то, ну, у вас в любом случае не получится это, потому что требуется еще кое-какое подтверждение. Ладно, на этом я заканчиваю. Если у вас остались какие-либо вопросы, потому что я смотрю, вопросов нет. Люди просто просматривают ленту новостей, то если вопросов нет, значит, вопросов нет. Сейчас я просто ставлю свою ссылку пригласительную под эту трансляцию ВКонтакте. Те, кто желает, те, у кого есть определенная вот эта сумма, 0,05 эфира, и они желают реально зарабатывать в интернете, а не терять деньги, когда их там блокируют, либо еще у них что-то не получается, то можете заходить, регистрироваться. На этом все. Все, ребят. Эту трансляцию, так как у нас в Ютубе почему-то она не запустилась, эту трансляцию я перезалью на свой канал YouTube, и в ближайшее время она появится.